Межмуниципальный отдел МВД России Кунгурский сообщает, что в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, до особого распоряжения приостановлен личный прием граждан участковыми уполномоченными полиции. Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса прием обращений граждан и организации официального интернет-сайта Главного управления МВД России по Пермскому краю. Также граждане могут обращаться круглосуточно по телефону в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Кунгурский.